Приветствую всех, друзья мои, вы снова на канале FormBet, с вами, как всегда, его ведущий Макс, у нас Лига Чемпионов, отличные матчики будут, и один из них я решил на этом канале озвучить свое мнение на него. Это у нас матчик Ливерпуль-Интер, ставить мы будем, конечно же, с нашими друзьями, с нашими партнерами, БК Малбет, при регистрации, который на ваш первый бонусный депозит дарят до 19500, обязательно забирайте, регистрируйтесь, всем советую, лучше на сегодня не найти. Ну а по матчику я буду краток, друзья мои. Что, прошлая игра, это уже ответный матчик. Прошлая игра, по-моему, 17-го, да, или 16-го числа была. Закончилась со счетом 2-0 в пользу Ливерпуля. Но я все-таки не думаю, что это показатель того, что Интер намного слабее Ливерпуля. Я в этот раз буду на стороне Интера. Я думаю, Интер сделает все для того, чтобы попытаться сравнять счет и, ну, хотя бы не проиграть с разгромным счетом в этом противостоянии. В общем, буду краток, мое мнение, фора на Интер плюс 1,5 за 1,56. Лайф-линия, экспрессики, все у нас в новом нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании под этим видео. Обязательно переходите, подписывайтесь. Там еще очень много интересного. Победа за победой, экспрессики и так далее и тому подобное. Оставайтесь с нами, друзья мои.